Еще сверху дали 3. Друзья, вот он. Почти заклеенный. 3 наклейки осталось до 70. И наш беззубик будет наш. Ты беззубика хочешь, да, малыш? Нет. Дневную фурию, да? Да, да. Слушай, ну это 2 самых прикольных. Еще жуткая жуть, если на 3-м месте. Вот эти 2 и вот 3-й. А вы, ребят, как думаете, какой вам больше нравится? Это мы с подписчиками общаемся. Поздоровайся, передай привет. Это Костян. Он теперь у нас блогер, да, Костян? Привет! Вот. Смотрите, да, скажи, ставьте лайки. Ставьте лайки, бибибайки. Красавчик, Костян. Твой первый выпуск. Вот. Ну все, скоро следующий выпуск, как пойдем менять. Ну давай, клей. Че, я не вижу, чтобы ты наклеил. Клей давай. Вот так вот. Так, вот у нас мама достает еще наклеек. Мам, да? Можно я наклею все? Конечно. Они тигры. Наклеить, и мы пойдем дневную фурию выбирать, да? Вот мама тигра, и он белый тигра. Да. А я усатый нянь. Животный принт. Очень моден. Так, ты клеишь? Все, последняя наклеечка осталась. Что я хотела-то? Да, дать мне ножницы. А вот, вот это у нас следующие. Нет, ножницы я тебе не дам. Почему ты мне не дашь? Я хочу, чтобы тебе сделать. Да, друзья, вначале нужен беззубик. Вот мы собрали полностью магнитовскую азбуку, посмотрите. 70 штук за 250 рублей. Посчитайте, это делим на 4. Получается... Почти 20 тысяч, короче, надо потратить в магните, чтобы купить, сука, беззубика за полтинник. Друзья, вот так вот. А я вот хочу дневную фурию. Ее поселили такой шприц, и она стала злой. Да, значит, что плохо? Шприцы это плохо. Все, мы не ставим, да, ничего себе. Друзья, такой же магнит. Это магниты, мы идем за беззубиками. Вот он. Счастливый ребенок, счастливая мама. Просто я оказался здесь. Че, давай пилить контент. Ты выбрал себе? Бери давай. Ну подожди, а как нужно? Нужно на кассе сначала. Все, бери, да ничего не надо спрашивать, бери. Бери, какой понравился, все, бери. Так, и теперь мы идем за линейки. На кассу мы идем. Здесь линеек нет. Нет линеек? Ну все, идем на кассу. Давай. Вперед на кассу. Вот здесь. Так, давай мы обзорочку снимем. Что это вообще такое себе представляет? Вот у нас такая фурия. С карманом, да, под руку. Подожди, чтобы что? Шевелить мордой так, что ли? Наклейте, да, давай. Вот наш. Все, Алексей Михайлович, подайте мне штрих-кода для игрушек. Так. Здесь 7. Собираем вот денег на все. У меня вот белый. Все, верно, 59. Ну что, ты счастлив? А что, еще наклеек не дают за это? 250 рублей. 30 подарок. Вот так вот это делается для меня. Игрушка за 30 рублей была продана только что за 70. 70 наклеек сверху.